А далее прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Для просмотра нашего телеканала в режиме онлайн вы можете зайти на веб-сайт VTV Go, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наше мобильное приложение VTV Go в App Store и Google Play. Благодарим вас за внимание. Всего доброго и до скорой встречи.